Всем привет-привет! Меня зовут Татьяна. Очень приятно видеть вас на моем канале. Мы продолжаем цикл видео по вязанию спицами. Кто не смотрел предыдущие видео, все ссылки в описании. В этом видео я хочу вам показать, мы будем с вами распускать и вязать. Распускать и вязать. Но это тоже на самом деле очень важная тема. Если вам понадобилось, вы связали что-то не то, сделали ошибку или же ошиблись с размером, вам нужно распустить несколько рядов или несколько петель. Если это один ряд или несколько петель, то, конечно же, можно это оставить вязание на спицах и просто несколько петелек спокойно распустить. Но если же все-таки вы ошиблись с размером и вам надо распустить несколько рядов, то, естественно, со спиц придется снять и распустить. Потом у многих возникает проблема, как же вернуть вязание к прежнему виду, то есть одеть на спицы, и вдруг, если потерялась, убежала петля, как ее поднять. Мы сейчас это все рассмотрим. И нам в этом видео понадобится не только спицы, но еще у нас появится новый персонаж. Это наш друг крючок. Обычно я беру или на пол размера меньше спиц крючок. Это у меня тройка. Я беру 2,5 или 3, так же как спицы. Крючок для вязальщицы. Неважно, вяжет она крючком или не вяжет. Даже при вязании спицами это тоже необходимая вещь. Так что, если у вас нету, обязательно приобретайте. Итак, смотрите, мы что делаем? Вдруг мы поняли, что мы связали что-то не то, и нам нужно распустить. Не бойтесь, распускайте. Неважно, какая у вас пряжа, тонкая, толстая, расслаивается она или как-то. Каждую петельку, любую петельку можно поднять и можно найти. Смотрите, я распускаю 2 ряда. У меня сейчас лицевая сторона ко мне повернута, рабочая ниточка у меня с правой стороны, хвостик с левой стороны. Это значит, что мне нужно ввести петли в работу на лицевую сторону. То есть вязать следующий ряд я буду лицевой. Поэтому, смотрите, мы поднимаем, видите, у меня пряжа тоже расслаивается. Ниточка расслаивается, поэтому ее в некоторых случаях, конечно же, брать не очень удобно, поднимать. Но вот возьмите в руку вот так удобно, чтобы вы чувствовали и видели каждую петельку. Поднимаем 1. Теперь смотрите, лицевая, вот она так вот неприятно стоит в другую сторону. Вот вам как удобно, вы так и поднимаете. Но вообще, в принципе, она должна быть развернута вот в эту сторону. Если у вас так получается поднять, ввести спицу с лицевой стороны, спереда, спереди и назад выходит. Не торопитесь, пожалуйста. Вот просмотрите каждую петлю. Если вдруг у вас случилась такая оказия, я сейчас специально, конечно, это сделаю, вы специально не делайте, вы потеряли петлю, и она прямо у вас убежала на 2 ряда. Не переживайте, оставьте ее, пожалуйста, так. Если вы ее сможете поймать, поймайте пока на спицу, пока, и одевайте петли дальше. Все петельки сначала мы поймаем, зафиксируем их, а потом мы уже будем их выпрямлять и будем с ними работать. Все, все петельки мы с вами поймали, кроме 1. Но ничего страшного. Сейчас это все поправимо. Не нужно распускать все изделие. Никакой паники нету. Сейчас мы все это исправим. Мы с вами провязываем, как будто бы, да, продолжаем нашу работу
Дальше. Ну, допустим, да, все у нас идут по рисунку лицевые. Мы довязываем до той петли, которую мы упустили с вами. Вот, эта петля прям такая, видите, большая. Это говорит о том, что у нас мы уже протяжка у нас протянулась в следующую петлю. Что мы с вами делаем? Мы берем крючок, берем вот эту петлю, которая у нас упала. И вот у нас эти две протяжки, которые мы должны поднять. С изнаночной стороны видно, какая будет первую, какую мы будем поднимать, какую вторую. Смотрите, вот эту первую крючком я провязываю. Поднимаю раз, перехватываю пальцами, держу, и мне нужно вытащить крючок. Я вытаскиваю. Опять с лицевой стороны ввожу крючок, и уже вторую протяжку я провязываю. Опять цепляю и поднимаю петлю. И потом только я одеваю ее на спицу. Теперь мы с вами можем вот так все здесь потянуть, растянуть. Все петельки встанут ровно на свои места. И я продолжаю вязание. Дальше мы с вами сейчас в изнаночном ряду рассмотрим. Вдруг у вас такая оказия произошла в изнаночном ряду. И вам нужно поднять изнаночную петлю. Или петлю. Все говорят по-разному. Переходим мы на изнаночный ряд. Давайте также до серединки несколько петель провяжем мы с вами. И преднамеренно мы совершим акт вандализма. И распустим нашу петлю. Я ее сниму. Смотрите. И специально. Раз, два, ну вот прям даже если три у вас вот убежало, ну вот убежало, ну что сделаешь? Видите, как же нам поступить? Вот с изнаночной стороны ее, ну, конечно же, неудобно. Как нам вот так вот выкручиваться, чтобы оттуда поднять и это? Ну, просто поверните элементарно. Просто поверните на лицевую сторону и проделайте это все с лицевой стороны. Поднимите петлю. Раз. Держим. Вторая протяжка. У меня ниточки расслаиваются. Не очень, конечно, удобно. Два. Рабочую нить не путаем. Убираем ее пока в сторонку. И третья протяжка. Выводим. Все. Одеваем на любую спицу. Пока на любую спицу. Самое главное, что мы подняли петлю, не потеряли. Поворачиваемся на изнаночную сторону. Вот она, эта петля, которую мы с вами поднимали. Она не провязана. Мы ее возвращаем на левую спицу. Все. Ниточка у нас на правой спице рабочая. Это значит, мы можем спокойно продолжать нашу работу. Мы подняли наши петли, даже те петли, которые убежали и которые не убежали. Все. Все мы поправили. Как видите, ничего не видно. Никакая петля не потерялась, не убежала, не потеряла своей формы. Все ровно и аккуратно. Дальше вы можете продолжать спокойно свою работу. Главное в таких случаях, конечно же, не паниковать, взять себя в руки, взять в руки крючок и продолжить работу. На этом наше видео окончено. Увидимся в следующих. Обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, включайте оповещения, тогда вы будете в курсе всех новых видео. Под каждым видео в описании я оставляю ссылки на мои соцсети. Подписывайтесь на мои соцсети,
Там много полезной и интересной информации. Желаю всем удачи. Увидимся в следующем видео.